Никак, но это не точно. Привет, ковбои, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Ответ на тот вопрос, которым вы сюда пришли, один, и это нет. Точнее, не совсем уж прям нет, но вот нет такого способа, это основной ответ. Но давайте по порядку. Ранее я уже упомянул, что игра вышла давно, и самые основные баги давно пофиксили. Также стоит отметить, что багов, гличи и других особенностей на получение большого количества опыта и не было никогда. Я встречал несколько, но либо они не работали, и скорее походили на крайне отвратительные ложь, или же их сложно назвать хоть сколько-то багами, ведь тот опыт, который давался, слишком мал. И просто естественным образом качать уровни было бы гораздо быстрее. Но с прокачкой есть одна особенность. Если вы прям видите, что отстаете по уровню, и враги вокруг вас красные и легко убивают, то, пожалуй, стоит обратить внимание на то место, где вы сейчас находитесь. Возможно, вам сюда рановато. Выберите текущий основной квест, который соответствует вашему уровню, и идите в ту локацию, в которую он показывает. Кроме того, прохождение сюжетных квестов дает колоссальное количество опыта. Я помню, когда первый раз проходил игру, и только пришел Велен, меня местные мобы нагибали. И я реально думал, что что-то упустил в Белом Саду, и не получил десяток других уровней, но буквально чуть-чуть продвинувшись вперед по основному сюжету, я прям видел, как мобы на моих глазах превращались из сложных в никакущие. В итоге, чтобы получить заветный опыт, вам необходимо, во-первых, проходить сюжетные квесты. За это дают больше всего опыта. Во-вторых, проходить все сайд-квесты. За них тоже дают неплохо опыта. Причем что с сюжеткой, что с сайдами, лучше проходить квесты максимально соответствуя им по уровню, или даже быть немного ниже. Так вы получите больше опыта. В-третьих, посещайте знаки вопроса. Там, во-первых, могут быть мини-сайд-квесты, а во-вторых, дополнительные мобы. И это уже в-четвертых. Убивайте всех монстров, которых вы видите. Так-то они не очень дают много экспы, но вот если вы гораздо ниже их по уровню, то из этого может что-то и получиться. Например, в фортах в Тусенте с регенерирующими бандитами-защитниками. И не забудьте включить автоповышение уровня противника. Это тоже немного допомогает. Но если вам этого мало и вы готовы на то, чтобы поднапрячься для получения заветного буста к уровню, можете установить специальный мод, который позволяет получать максимальный опыт за выполнение любых заданий и убийства монстров, вне зависимости от вашего уровня. Поверьте, прирост будет очень ощутимым. Ссылка и название в описании. Надеюсь, я вам хоть немного помог, а значит, видео заслужило лайка, я подписку на канал. Впереди вас ждет еще много ответов на самые распространенные вопросы по Ведьмаку от зрителей этого канала. Свои вопросы крайне рекомендую задавать в чатике в Телеграме, ссылка на него есть в описании. Там и с ответом быстрее помогут, и мне будет проще за всем этим следить. Ну а на этом у меня точно все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.